Итак, всем привет! Сегодня я буду стримить игру команды Карма против команды 3A. Так, за команду Карма сегодня Мэтт Бистл, Патриот, Кенви Мувон, Кулман 95 Pro и Иса. За команду 3A Радианс, Боб Мастер, Биг Феникс, Зевс и Итс Мариал Ган. Так, в Хайбане оказались Keeper of the Forces Эфиэля и от стороны Хеллборна Пеблс и Райли. Так, в локе оказывается Элуна, Темпест, Паразит, Гладсус, Мастер оф Армс и Рэтчет Хак. Так. Пока есть время, можно посмотреть ММР. Так, ну, тут обнулили статистику, и вообще 1900 ребята из команды 3A. Вот, ну, а из команды Карма, я думаю, вы знаете уже Патриота, Ису, это все тоже 1900 ребята. Так, а в банах у нас Фейда, Манки Кинг и Инженер. Так, думает Радианс, кого бы забанить, и банит Дедвуда. Теперь очередь Мэтт Бистла. Дарк Леди. Так, странно, почему не банят Предатора. Так, и последний бан у нас Плаграйдер. Так. Ну, сейчас, скорее всего, будут забирать Предатора или может Джерезайра. Ну, сейчас увидим, кого возьмет себе команда Карма. Так, думают, кого бы выбрать пока что. Уже пошло дополнительное время, не могут определиться, кого фёст пикнуть. Так, это силуэт. Теперь два пика для команды 3А. Bubbles и Torchers. И Тортур. Так, теперь два пика для команды Легион. И это последние два пика из общего пула героев. Показывает нам тут Патриот скаута. Ну, вряд ли это будет скаут, так как Кэрри уже есть силуэтка. Лордстоун. Так, Лордстоуна взяли и второй пик. Деваурер. Интересно будет посмотреть, что они сделают. Может быть, связка Лордстоун-Деваурер
Может быть, Девар пойдет на мид с каким-то саппортом, там, Гладсусом или Луной, тем же Мастером Фармсом. Так, и тем временем последний пик для команды Хеллборн из общего пула. И это Предатор. Ну, как говорим, не забанили Предатора, вот его и берут. Очень, кстати, Предатор очень даже неплох против Деваурера. Первый пик Паразита. Сейчас, наверное, думаю, заберут Темпеста. И кого, Гладсуса или Луну. Ну, Темпеста должны забирать. Сейчас сразу же. Просто в связке с Торчером и Бабблсом это огромный урон будет наноситься под его ультой. Темпест и Рэтчет Хак. Вот в Рэтчет Хак и Бабблс два соло лайнера. Ну, посмотрим. Ну и последний пик Master of Arms. Так, сейчас все свапаются героями. Так, ну что, не будет в начале тактикал паузы, видимо. Так, ну, силуэтка идет на нижнюю линию. Так, Master of Arms, вот что, он идут на хардлайн. Мясо на мид идет. Паразит, скорее всего, в свой лес пойдет. Так, за команду Hellborn. Темпес тут стоит, скорее всего, будет забирать крипа у Бабблза. Bubbles на hardline, Ratchet Hack на mid и Predator на верхнюю линию с Тортурером, который ему будет саппортить. Накупил тут Тортурер вардиков, хила много купил. Бард есть у Бабблза, сейчас пойдет его ставить, нет. Не хочет почему-то идти ставить вард. Может, ждет нулевой секунды, чтобы поставить, он держался 6 минут. А, ну вот поставил, заблочил пул на отвод. Так, а на топ Master of Arms тут тоже два вардика купил, скорее всего. Пойдет на второй минуте, может, на руну поставит. Тварт. Темпос взял крипа. Бабл заи. Пошел без фармить. Так, ну. Думаю, на миде никакого... Такого сильного противостояния не будет, потому что что у Деваурера, что у Рэтчет Хак шансов убить друг друга очень мало. На нижней линии силуэтка против Бабблза, вот Бабблз тут будет просто терпеть. Может постарается как-то поконтролить крипов, старается контролить, у него это вполне получается. Три крипа уже у него. Но я думаю, весь экшен будет это на верхней линии, потому что тут лесной темпост, и можно даже сказать трипла против даблы. Вот. На низу еще может как-то будут пытаться забирать Бабблза с выходом паразита.
Ну это разве что если паразиту попадется какой-нибудь минотавр. Так. Силуэтка уже 7 крипов против предатора, у которого 9 крипов. Нордстоун тут старается фармить, у него 5 крипов. Тартур и мастер фарм саппортят, отгоняют тут друг друга. Вообще не фармят, без фарма остались. Так, на миде Девару пошел за руной. Взял руну, и что это будет, ганг на верхнюю линию. Ну да, вот он идет. Сейчас будет, наверное, пытаться. Или даже сейчас встретиться с тортом. А нет, развернулся. Вот видит его Темпест, не видит его торт. Нет, не получился у них ганг. Тем временем, пока Деваур там ходил, Хага подфармила уже так. 12 крипов у нее. Уже и левел взяла 4, пока Деваур 3. У нее только 7 крипов. Так. Ну, Баблс тут как-то старается фармить. 4 крипа у него. Только, ну, против силуэтки фарм ему не сильно удастся. Лордстоун тут уже по крипам догнал предатора. Почти что. О, уезжает по Тартуреру и... Ну, это, скорее всего... Да, это фраг на Тартурере. Не смог его предатор... Ну, предатор и не смог бы его спасти. Ну, я же говорил, весь экшен будет на верхней линии. Паразит выходит на мид. Я, скорее всего, бежит во вражеский лес. Может там мешать фармить Темпосту. Вот снимает мастеру фарм Свард. Темпост видит. Вот теперь мастер видит Темпоста. Ой, сейчас будут убивать Темпоста. Тартурер подошел. Скорее всего даже... Может закончится фрагом на паразите. Или... Так, ну... Да. Крипа не смогли они убить, Хага подходит, зафармливает этого крипа себе. Лордстоун уже здесь, вчетвером команда Легиона. Постараются убить Хагу и, наверное, смогут, должны просто убить Хагу, хотя у нее сейчас откатится блинк. Да, ублинкивается Хага. Не смогли втроем уйти, убить, значит, Хаг. Все, она правильно сделала, убежала. Тут тем временем оставили предатора на флифарме. У него уже 27 крипов. 300 ГПМ выше всех. Вот, а у силки только 267. Баблс ей тут старается всеми силами мешать. Тем не менее, даже... ФБ сделала команда Легиона, и то у них преимущество только в 300 золота. Девару промазывает хуком. Или может специально, чтобы зафармить крипа. Так, по крипам у него против Хаги. Хотя одинаковая у них крипстата, только у Хаги на одного дена и больше на этом. Так. Ну что, все фармят, пока они... Никаких гангов, никаких фрагов нет. А вот хотя Синка убивает Баблза. Кто нахарасила она его, и Баблз что-то не среагировал, не отошел. Так, благодаря этому фрагу Силка уже обгоняет Предатора. По ГПМ уже в отрыв ушла команда Легион в 1000. Даже в 500 преимущества экспы взяла. Просто на клипы зажали. Ну, это под его башню, это не сильно так. Мясо ходит по варнам, видит его команда Hellborn. Паразит взял инвиз, вот, скорее всего, сейчас будут забирать Баблза. О, Баблз. Все, Баблз должен уже погибать. А нет, вполне может даже успеет убежать, вот он отхиливается. Да, успел Баблс убежать. Все правильно сделал, смог уйти.
Предатору тут мастера фарм схарасит, но это ему фарм не сильно сбивает, у него 36 крипов. Но Лордстоун на 30, он тоже не сильно отстает. Ну, мешают тут Предатору фармить Моас Лордстоуна. Но сейчас, походу, будет данк. Ух ты, рикошетнуло как по темпусту, может... Успели заметить, что темпост. Но вот сейчас крипы. Нет, не увидели. Сейчас моло пойдет во вражеский лес и... Ага, может закончиться фрагом на Тартурере. И да, это фраг на Тартурере уже 100%. Крутит темпост, очень хорошо крутит двоих. Убивает одного темпост, второго, скорее всего. Предатор уже убьет Лордстоуна. Должен убивать сейчас у него. Прыжок через 2 секунды будет. Ох, как хорошо застанил Лоудстоун и убежал. Так, тем временем на миде. То ли Деваурер пытался забрать Хагу, то ли Хага Деваурер. Ох, мажет ультой. Если бы попала, то может быть смогла бы забрать Деваурер, хотя у него накидочка. Так. Ну, на нижней линии тут. Бабблс по-прежнему пытается мешать силуэтке фармить, но... У него только 17 крипов, а у силуэтки уже 40. Так, и по ГПМу. Предатор с силуэткой почти одинаково идут. Лордстоун уже поднялся до 300. Вот. Bubbles Hardline 140. Так. Лорды. Вот очень хорошо пролажена команда Легиона. То есть видят и лес, и речку видят вот кверху. У Хеллборна только один вардик. Тут только видят речку и руну тоже, как Легион. Так, ну нанизу руна хосты. Торт видит эту руну почему-то. Игнорирует. А банка у Рэчет Хак, сейчас она ее заберет. Ох, на боте убили Синку, я посмотрел. Ух ты, Торт рискует. Так, убивают Предатора с помощью ульты Лордстоуна. Смогли все-таки забрать Предатора, Мастера Фармс Лордстоуна. Так, убивают мясо, ну, меняют мясо, точнее, на Тартурера, который бедный 4 уровня. Ох, сейчас Хагат должна просто убить Паразита. Да, она убивает Паразита. Темпа сделает этот, казалось. Предатор возвращается на линию. Благодаря тому, что Лордстоун и Мастер оф Арм смогли его забрать, его ГПМ упало. Причем не слабо упало. Ох, выходит темпа сейчас. Да, ага, вовремя реакция от команды Хеллборн, убивают темпоста. Ну, за Предатором вряд ли пойдут давить под пушку, но все же хорошая реакция, спасли Лордстоуна, убили Темпоса. Да, вот теперь у Силки тоже ГПМ немножко приспустилось. Так, он прихукал, а нет, не смогут убить Темпоса, но хотя Деваура его очень хорошо прихукал. Так, Хага тут на фрифарме оставлена. Пудж будет пытаться еще раз выхукнуть Предатора или Тартурера, который так очень сильно терпит. У него никаких айтемов нету, только вот хила немножко и варды. Ох, втроем 3 на 3 битва. Сейчас убьют Лордстоуна, скорее всего. Успеет взорваться ульта или нет? Да, успевает взорваться ульта и погибает Предатор в обмен на Лордстоуна. Да, не сильно хороший обмен. Предатор уже второй раз погибает и его ГПМ падает. Ох, Рэчет Хак молодец, смогла убить все-таки Деваурера и Патриот смог найти и убить лесу Темпеста. Паразит еще выходит, убивает Рэчет Хак. Бабблс притпшился, но чуть поздновато, тут он уже ничего не сделает. Паразит очень хорошо сыграл, сейчас смог убить в лесу Темпеста, прибежал еще
убил Хагу, убегающую Хагу. Предатор АГПМ упало вообще до 230. Ох, дайвят бабл за пушку, и хорошо стан за тейкаурил. Ну сейчас не убьет, не уйдет, скорее всего. Хотя может, если... Ох, Мастер оф Арс. Точно просто с вторым скиллом попал и сделали они фраг. Активнее преимущество у Легиона уже в 3000 золота и 2500 экспы. Так, Темпест. Так, ох, Предатора на нижней линии пытаются убить, мясо никак не может ком попасть. Ох, должны просто убивать Предатора, должны. Нет, мясо не догнало его. Так, о, Рэчит Хак сейчас попадет. А нет, тоже успешно убегает от мяса. Ну, у мяса только красный сапог, никого он догнать не может. Ох, начал давать ульту, но Хага вовремя увернулась своим блинком. Бабблс пришел, сейчас будут пытаться убивать силуэтку и, наверное, смогут ее убить. Если она сейчас крипа мне отдастся. Ульта от Мастера Фармса. Ох, попадает стан силуэтка, да, убивают ее. Выходит паразит, сможет ли убить в Рэчит Хак? Да, убивает в Рэчит Хак. Паразит, и тут Тартура встречает паразита, попадает станом и... Да, убивает паразита. Убивает Тартура, Деваура убивает. И сейчас Бабл, скорее всего, будет погибать. Хотя, нет, не успел он забрать Деваура, вовремя Мастер оф Армс сдал стан. Сейчас минуточку. Потише чуть-чуть. Сделаю на комментатор. Так, и что по золоту в минуту у нас получается по ГПМ? Вся команда Легиона это 4 человека, это 200. Ну, зашли за 200, и только Лорд Стоун 350. А вот у Хеллборна дела похуже. Бабблс и Тартур до 200 не дошли, и все остальные 200 выше. Хага почти до 300 дошла. И преимущество уже в 3500. Ох, влетает Лорд Стоун. Сможет, вряд ли сможет убежать Тартурер. Хотя убегает удачно Тартурер. Не попадает Лорд Стоун ультой. Вот Пуш, если сейчас хукнет, удачно хукнет. А тут есть Вардик. То есть Пуш может еще удачно хукнуть. Ох, промазывает мимо Темпоста немножко. Когда тут спушивает башню. Сейчас будут давить, наверное. Паразит и просто с прокаста убивает бедного Тартура, который 6 уровень, без вещей, вот только сапог купил, накопил как-то. Так, ну благодаря тому, что Хага забрала Таур на миде, преимущество чуть снизилось. Ох, Деваур хорошо видит Темпеста благодаря этому варду и убивает его. Ну, вот сейчас Бабблс не сможет да, убежать, ох, Хага еще может отдастся. Нет, не отдастся Хага. Да. Тем не менее, команда 3А побеждает. Я говорю. Вот. Легион хорошо провардился, видят руну, видят верхнюю линию, весь middle line видят. Вот. Вот у команды Хеллборна только вот один вардик стоит на верхней руне. То есть и... Да, в 2000-2500 ушло преимущество. Даже опустилось немного. Паразит покупает кодекс себе, то есть теперь он будет активно гангрить просто. С прокаста убивать Темпеста, Бабблза, даже Хагу сможет, думаю, убить с прокаста. Ну и Тартура тоже, только один Предатор может выживать после его прокаста. Да и Предатор с его ГП, он не сильно с таким большим закупом, только вот Стимбутсы и Лайфтюб. Накидочка, штучка. Ох, хороший хук от Деваурера. Так, смогут ли убить Предатора? Да, смогли убить Предатора. Ой, Темпост хорошо крутит троих. Не хватает дэмэджа у Тарта, не хватает, хотя...
Силку, смогут ли убить... Ну, Рэчет Хак, да, убивает Силку. Сверху Паразит разбирается с Бабблзом. Отпускают Деваурера, хотя... Не может Паразит догнать Бабблза. Бабблз успешно ублинкивается. То Паразит не, ну, не успел его заметить. Он здесь спрятался. И вот преимущество Хеллборн потихоньку отыгрывает. Ух, мясо сможет ли хукнуть. Эх, мажет хуком мясо. Дальше сейчас провели тимфайт. Темпост очень хорошо закрутил троих. Просто никто ему ульту не прервал. Мастер оф армс, колбочку вперед. Ох, удачно выхукивает Хагу, начинает ее есть и убивают Хагу, предатор. Быстро тпшится, но... Нет, все. На этом, я думаю, тимфайт закончится. Вот Тортурер, вот... Надо было ему как-то дать пофармить, что ли, ну, поднабраться левела, а то до магии у него конкретно не хватает. Вот когда темпа с троих крутил, он не выдавал настолько много дэмэджа, чтобы еще в ульте темпоста забирать просто. Выживали там предаторы, силуэтка, у которой 800 хп. Она выбежала из той ульты, смогла еще даже... Был у нее шанс уйти там. Так вот, Хеллборн после этого тимфайта как-то вардить начал уже. Появились варды на руне. Но этот вард сейчас кончится, его скорее всего обновят. Так, ну, Легион, вот вард появился здесь. Так, на миде Тортурер, убьет ли Деваурера? Ох, сейф от Мастера оф Армс, но не сильно помогает. Убивают Деваурера, зря он пошел. Вообще на хайграунд без вижена. Так, да, обновили вард здесь. Даже здесь контр-вард поставили. Контур-варт от команды Хеллборн. Ну и Хага... Зря влетела Хага и сразу же ее убивают. Зря, не видя, кто здесь находился, не надо было тпшиться. И вот к чему привел ее такой неграмотный блинк. Предатор против силуэтки. Вот Лорд Стоун забирает тауэр наверху. Тем самым преимущество становится почти в 5000 и голды и экспы. Так, ну вот сравнить Predator 280 против силки 330. Ох. Так, Predator, ну силка скорее всего будет убивать башню. Да, убили башню. Так. Убили в Ratchet Hack на верхней линии. Да, она еще не возродилась просто. Так. Ох, Паразит прыгнул, чтобы убить Бабблса, сейчас чуть сам не погибает. Бабблса он так и не смог убить. Хватило Бабблзу хп там, 80 хп осталось. Да, не хватает вардов команде Хеллборн, не хватает. Вот у Легиона проваржено уже лес, все верхние линии тут. Варды везде у них стоят, тут кроме нижней руны. Вот Стоун ульта, въезд в Темпост, а сейчас, скорее всего, будет фраг на Темпосте, и да, это фраг на Темпосте, делает его Паразит. Вот Тортурер развардил верхнюю линию, сейчас еще, если поставит вард где-нибудь вот здесь вот, то еще сможет развардить. Тут Предатор уже Эншентов фармит спокойно, хотя он их мог спокойно фармить, когда у него... Тогда за максимум был пассивку, мог бы сразу идти туда. Ох, Хагу удачно хукает пуш и убивают Хагу, не смогла она утпшиться. Ох, еще сейчас Бабблза убьют, который пытался Хагу спасти, да, убивают Бабблза. Это даблкил для Can We Move On, для мяса. Ох, неудачно, что он немножко подрегенился. Так, силуэтка уже везет себе нудстоун. Да, вот ей... У Паразита уже кодекс третьего уровня. Увидел сейчас Предатор на варде Деваурера и вовремя успел среагировать, отойти под башню.
Да, нелегко команде Хеллборн. Преимущество уже в 9000 голды и 9000 экспы. Да, силка с нуликом, теперь предатор на нее не прыгнет. Так, вчетвером поставили вард на эншентов. Шеф троем команда Хеллборн здесь. Так, лорд Стоун ультует, влетает в Бабблза. Ох, Бабблз вовремя утопешивается, попадает и... Так, сливают с прокаста просто Тартурера. Темпеста сразу же контролит Деваура. Так, и пока что Лорд Соун пытается убежать и да, вряд ли убежит. Да, отличная ульта, сейчас еще и силуэтку заберут. Ох, не на того прыгнул, ну хотя он бы не прыгнул. Да, еще убивают силуэтку. Так, размен 2 в 2. Мастеров паразит. Достаточно, пока нашел Лорд Солна. Выкупов нету, что уже два раза выкупался, что ли? Ну, может, это просто какие-то глюки. Может, два раза уже выкупался где-то для какого-то замеса. Вот сейчас будут убивать Предатора. Ох, удачно он юзает антимагию и пуш его выхукивает, он не успевает тпшиться. И да, сейчас убьют Предатора. Шанса выжить у него уже нет. Убивает его, и в 9000 преимущество так и остается за командой Легиона. Так, Хеллборн вообще провардился хорошо. Контрварды везде, обычные варды практически везде. Хеллборн очень хорошо провардился. У Легиона вот один тут вард только, и вот здесь. Так, Легион снимает вард Хеллборна здесь. Ну, сейчас, скорее всего, все сходят на базу. Ох, Лорд Солн сможет ли убить в Рэйчет-Хак? Тут подходит Тартурер и... Да, спасает Тартурер в Рэйчет-Хак. Теперь сможет ли сам он убежать? Ну, скорее всего, да. Сейчас подходит Темпес, будет забирать Лорд Стоуна. Ну, хотя... Нет, Лорд Стоун не проходит стан Темпеста полностью. По нему он уходит. Вард от Хеллборна даже здесь есть. Да, ну, скорее всего, сейчас Легион сходит Master of Arms на базу, или в обсерватории закупит вардов и новые поставит. Очень хорошо варды торчат. Так, Хеллборн сносит вышку наверху и крипы Легиона проносят вышку на миде. Так, мясо в инвизе, скорее всего. Уже заподожжет. Да, вот есть он Темпеста. Темпест выживает, но его сразу же убивают. Бабблза убивают. Так, пытается урти торчера, но у него это не получается. И команда Хеллборн делает минус 3. Бабблз, Темпест и торчер просто погибли. Их быстро очень убили. Темпест даже не успел юзнуть ульту там. Его сразу же дал ульту Деваур, потом Лодстоун, потом даже стан дал Master of Arms. Когда бежит за руны, его руны здесь нету. Предатор пушит нижнюю линию, вот сразу же ТП от силуэтки. Ох, сейчас, наверное, будут пытаться с Рэйчет-Хак убить силуэтку. Да, он сразу же реакция от команды и телепортируется сюда. Деваур, хотя у него не так много ХП. Ну и команда Легиона вынуждена отходить. Да, что-то у них не сильно получается, даже когда Предатор это контра Деваур. То, что чем дольше идет игра, тем у Деваура больше хп, и Предатор от него будет третьим скиллом просто леденец очень сильно. Но несмотря на это, команда Легиона уже увеличила свое преимущество, 12500 золота и 14000 опыта. Сейчас будет пушить вышку Т1 на нижней линии. Так, вард команды Легиона. Так, Тартурера сразу же убивает. Вот, Лорд Стоун. Успеет ли ульта раскоститься? И...
Да, успевает перед смертью Соун ультануть. Темпос так и не успел ультануть. Забрали Хагу. Сейчас Предатора, скорее всего, заберут. Торшер ушел на ПК и да, убивает Предатора. И размен 3 на 1. Еще больше увеличит преимущество Легиона. Бабблс даже не успел подбежать. Не было его с командой. Контр-вард от Мо и сразу же уничтожает такой вардик. Сейчас команда Легион пушит верхнюю линию. И будет пытаться дефать Тартура. Который с одним только сапогом. Вряд ли задефает, может задонайть попробует. Хотя, вот пуш. Да, с ПК уже сразу есть Тартура и паразит просто с Лича и Кодекса убивает Тартура. Да, вышка скорее всего упадет. Падает вышечка. Так, Предатор прыгает на Деваура. Ульта от Бабблза убивает паразита Деваура. Ну и вся команда Легион уже. Ну, оставшиеся. Мастер оф Армс и Силуэтка убегают. Смогут ли догнать? Вот у Силуэтки нулик, он ее спасет от замедления. Она очень хорошо блинкается в дерево и выходит. Наверх Хага. Разминулись они с Силуэткой. Нету вардов у Хеллборна. В нижней линии, поэтому Силуэтка спокойно уходит. Сейчас пойдет, возьмет ТП-шку себе и ТП-шится на базу. Ну, как я и сказал. Темпос тем временем подфармил вражеский лес. Так, и ГПМ. Вся команда Легион уже превысила планку 300 ГПМ. У команды Хеллборн только двое превысили эту планку. Торчер все еще 160. То есть... Темпос еще вот... Ну, раза три всего за игру давал ульту свою. И вот в последних 3-4 тимфайтах его просто первым раскатывают и не дают ультануть. Вот. Так, Лорд Стоун, по-моему, купил Барби Тормон. Да, вот он ему едет. Очень хорошая для него вещь, так как его фокусят первым. Пытаются сделать так, чтобы он ульту свою не дал. Барби Тормон поможет нанести еще больше дамага. Так, ну, в Рэчит Хак Гримуар оф Пауэр сейчас себе делает. Тартура продолжает саппортить, пытаться. Бабблс фармит, уже купил пока. Ох, забрали Тартура так быстро, что он аж не успел среагировать. Это что там забирать? У него всего-то 900 хп, когда у паразита Кодекс сносит 800. Ну, сейчас команда Хеллборн пятером, вчетвером пушат среднюю линию. Всего это им даже не помогает, а вот ТП-шится на верхнюю, чтобы отдефать. Паразит в тяжелой баллистре очень хорошо пропушивает Тауэр, так как 109 дамага. Так, ну, у силуэтки уже есть Savage Mace. Так, теперь она будет наносить просто ужаснейший дамаг. Так. Ох, встретили, нашли паразита, убили его. Не смог паразит с прокаста забрать Темпост, и тем же жизнью поплатился. Хага Гримуар оф Пауэр Темпост уже, наверное, закупил. Нет, только Гримуар оф Пауэр Хаги едет. Предатор уже, у него есть Бруталайзер и Элдер Паразит. Так вот, разварвили сразу же вард от Легиона. Так, ну пока никто сильно драться не хочет, хотя у Легиона очень большое желание это сделать, видно. Ходят они тут втроем. Вард, контр-вард и... Что они достают? Да, не достает. Разварлили они два варда. Достает же. Вот до этого уже не достает. Так, бросил это. Ну, уже поздно. Бросил Master of Arms свою кегу.
Master of Arms как-то саппортил и еле-еле нафармил себе на Shrunken Head. Легион так провардился, два варда, контр варда, хотя от Хеллборна тоже только один вард стоит вот здесь. Предатор купил Mighty Blade. Что это может будет? Фростберн. На Фростберн будет выходить. Сейчас. Ну, Айсбренд, наверное, будет сейчас делать. Так. Бабблза с кодекса просто убивает паразит. Ну и силуэтка делает ласт хит. Да, у силуэтки 200 дэмэджа. Теперь же вчетвером без Бабблза. Ох. Лордстоун влетает с ультой. Минус 2. Темпос пытается крутить, но уже поздно. Убивает Темпоса. Остается один предатор. Ну его я сдавал. Это геноцид. Для команды Легиона. Убили они только одного паразита. Просто очень хорошо влетел с ультой Лордстоун. И сразу же буквально мгновенно убил Тертурера и Врэчит Хак. А Темпос с предатором вдвоем против пятерых уже не сильно что могли сделать. Темпос начал крутить, но мастера Фармса не затянул, тот удачно достал. Сейчас зашли уже на хайграунд, снесли башню, сейчас, скорее всего, снесут бараки и уже спокойно пойдут на базу закупаться. Ох, Деваурер сразу тпшнулся, выхукнул, но видимо команде забыл сказать, никто его не поддержал. Ну да, вот сейчас сносят, Бабблз попытался заденайть казармы. Так, Master of Arms. Вот талисман против предатора купил, что ли. Так, силуэтка уже Dicing Blade. То есть всех уже после этого тимфайта преимущество выросло до 21 тысячи в золоте и 22 тысяч в опыте. Вот не дают просто команда Hellborn, не дают нормально ультануть Темпосту. То если он нормально сможет затянуть хотя бы четверых туда, то это просто смогут разобрать всех. Особенно силка, она 1700 хп. То есть у тебя тут у паразита 1600, ну, моа саппорт. Варды по-прежнему, у Хеллборна два варда, и то один сейчас кончится. У Легиона тоже один вард. Так, Лордстоун, наверное, выходит на Frostfire Plate, раз купил себе Apocalyptic Staff. Так, ну все начали фармить, хотя команда Легиона хочет драться. Ох, Деваурера повезло, руна регенерации. Руна Invisus появилась сразу же после руны регенерации. Сейчас, наверное, ну, на месте Деваурера я бы пошел, побегал бы по лесу и встретил бы тут Темпоста одного. Конечно, команда Hellborn видела, что Деваурер взял невидимость, но теперь они здесь не будут. Ох, силуэтка делала ТП, но, видимо, мискликнула и не смогла он ТПшиться. Хлюа летает Деваурер и Тартурера буквально за секунду сносит. Да, вот на Деваурере уже Shrunken Head. Темпос тоже уже купил Shrunken Head. Вот Темпос, чтобы в этой игре купить ПК, и может быть он смог бы нормально влетать с этой ультой, а то все время кто пытается добежать, его сразу же кто-то останавливает и убивает. На топе крипы Темпос напушат. Сейчас Деваурер их всех зафармит. Сил приносит. Ох, Master of Arms вторым скиллом своим забрал всех крипов просто. Пуш немного промазал. Предатор тут стакает и фармит эншентов. Силка уже 250 дэмэджа. И зашла она уже за планку в 500 ГПМ. Вот. Ну, у команды Легион по ГПМу все так же, почти ничего не изменилось. Вот у Хеллборна тоже все 300.
Ох, убивает тут Темпеста. Просто паразит. Ходит, ну вот у паразита появился кодекс, он ходит с прокаста, просто всех убивает. Так, команда Hellborn уничтожила Т2 на топе, и команда Легиона ответила сразу же Т2 на миде. Поднимаются на Hellborn, на хайграунд, что Легион, что Hellborn. Ну, у Hellborn больше шансов, они здесь четвером, пятером даже. Просто сейчас несут бараки, наверное, идут. Пытаются задефать всеми силами команда Легиона, но у них это не получается. Так, ТП сразу же. Паразит приходит сюда. Ох ты, не получилось ТП-шнуться у кого-то. Видимо, усилки. Прервали ульту, баблс прервал. Ага, ТП-шнуться, сейчас будет забирать силку. Ага. Приятор решает убить мастера фармса, его сразу же ест девауры. Ульта, ох, минус Хага просто. Сходу. Предатор всеми силами пытается что-то сделать, ну, вот тут просто числом забивают. Хага выкупилась. И все равно, вот, смогли все-таки убить силуэт и снова убивает Хагу. Темпест крутит двоих, но без Предатора и Хаги это не сильно чем поможет. Вот Метеор хороший, блок от Темпеста очень хороший. Смогли они убить Лордстоуна. Лордстоуна и Девару убегает. Да, преимущество уже в 25 тысяч. КПМ у команды Hellborn вообще не изменяется. Вот и у Легиона только поднялось на немножко. Да. Так, а ну-ка по выкупам. Из команды Hellborn выкупилась только одна Хага, вот только что в тимфайте выкупилась и сразу же погибла. Вот, а у команды Легион выкупился два раза Лудстоун. Ну или это у меня такие баги, что не показывает, что у него есть выкуп. Так, Master of Arms and Sanitarius купил себе. Очень интересно, что он с ним будет делать. Может, просто так на хп купил. Так, силуэт Ковин в бол. Да, скорее всего, просто купил на хп, чтобы когда на него предатор прыгал, он мог себе увеличивать здоровье. Так, мясо покупает булок. Bubbles купил себе аркан став. Скорее всего, будет делать хиксу. Сейчас, минуточку. Держка. Так, ну, скорее всего, он будет себе делать кундрашипстик, чтобы фокусить силуэтку. Будет с нее там предатор первым скиллом снимать нулстоун и баблсы в кундрашипстик. Ну, вот, как я и говорил, предатор купил себе айсбренд. Паразит Hellflower себе купил, накопил уже. Лордстоун все еще ходит с апоколайт стафом. Ну и все начали фармить. Вот Деваура сейчас поймает Предатора, но не факт, что удачно он его поймает. Тут трое. Не видит этого Деваура. Да, начинает его есть, но подлетает Bubbles, не долетает, дает сало никуда, влетает Лордстоун. И тоже, а нет, успевает. И убивает Предатора и Тортуру одновременно. Успела команда Легион подойти. И сделали они минус 2. Но это сейчас, скорее всего, поднятие на нижний хайграунд и будет сноситься нижний хайграунд. Так, а вот не угадал я, Лодстоун сделал себе хиксу. Взял кундрашипсик себе, сейчас будет, наверное, сразу же контр того же Темпеста. Вот Темпест купил ПК наконец-то в 40-й минуте этого матча. Bubbles сало удачно дает по Девауру, хотя он прихукивает Темпеста вместо Bubbles'а. Так, не может, да, убивают сразу же Темпеста. Силка просто раздает по 300 дамаги. Уже на базе их убивают. Силка просто нереальное количество дэмэджа выдает. Все, ну это консит.